Ресторан «Ла Кафе де Бьюти», творческая студия позитивного мышления, силы позитивной мысли. Татьяна Салмановна, Мактум, Сайфуд. Начало учебного года. Сегодня у нас 2 сентября, дорогие друзья. Неужели некоторые женщины сами готовят еду? Какие у меня тут дизайны. Сейчас буду готовить себе такой завтрак на позитивчике. Энджи, привет! Ой, Крещиченко, здравствуй! Здравствуй, мороженое! Дорогая! Что? Я тебе сейчас открою страшную тайну. Ты узнала, что я без тебя увеличивала грудь? Ты увеличивала? Нет, что ты, я только подумала об этом. Я узнала, что некоторые женщины сами, своими руками готовят еду. И они называются хозяйственными. Кристи, это вся твоя страшная тайна. Кристи, я вот этими вот руками сама готовлю еду. Жесть, Энджи. И что ты готовишь? Например, суши. Хочешь? Сейчас смотри. Я иду на кухню. Видишь? Да. Я дошла. Теперь я своими руками беру. Где же прошу телефон? Вот она. Беру телефон. Алло, алло, это доставка суши? Здравствуйте, девушка. Мне нужна большая фирменная тарелка. Адрес? Домик такой красненький, с мезонин. Ну, вы знаете, девушку мы же сюда возили. Да, спасибо, всего доброго. Вот. Вау, Энджи, ты такая хозяйственная. А ты думаешь, у меня муж только за красивые глазки любит? Ох, ну да, я такая хозяйственная. Ох, просто супер.